Меня зовут Вадим Старов. Я являюсь президентом Международного центра «Русский стиль. Система комплексного развития личности». В нашем центре изучаются такие направления, как оздоровление, позиции духовного, физического и интеллектуального, саморазвитие, развитие энергии, развитие интуиции, развитие интеллекта. И в то же время направление самозащиты. Суставная гимнастика – это уникальная система оздоровления организма, основанная на умении управлять жизненной энергией. Волновая гимнастика – это комплекс упражнений, который выстраивает и укрепляет мышечно-сухожильную систему человека. Упражнение ИВА. Упражнение на идиомоторику подъема-опускания рук, на комплекс по набору энергии и снятие психосоматических состояний. Это упражнение позволяет входить в определенное измененное состояние сознания, отключать внутренний диалог, набирать жизненно важную энергию и более тонко ощущать свое тело. Медитация при движении. Эта практика способна принести вам радость и покой. Надо всего лишь делать небольшие шаги при полном расслаблении. Идти медленно, с улыбкой на лице, открыв свое сердце для ощущения покоя. Вы будете чувствовать себя непринужденно, ваши шаги станут шагами самого здорового, самого защищенного человека на Земле. Цель медитации при ходьбе – это сама по себе медитация. Важно движение, а не прибытие в конечный пункт. Медитация при ходьбе – это не средство достижения результата, это сам результат. Каждый шаг – это жизнь, каждый шаг – это покой и радость. Ваши шаги должны быть беспечными. Медитация при ходьбе заново учит ходить раскованно. Когда вам было примерно год от роду, вы начинали ходить нетвердыми шагами. Теперь же, практикуя медитацию при ходьбе, вы снова учитесь ходить. Однако через несколько недель практики вы уже будете ступать твердо, спокойно и удобно. Улыбайтесь всегда. Когда вы избавились от забот и печалей, пусть на вашем лице будет царить улыбка. Сосновый бор – наилучшие пешие прогулки в лесу – это когда ты собираешь грибы. Одновременно оздоровительные и дыхательные практики и медитация.
Мы с вами находимся на загородной базе нашего центра, в 20 километрах от Твери, на бывшей территории пионерского лагеря, а теперь в охотхозяйстве и заповеднике, рядом с Нектаревой пустынью. Живописное место, сосновый бор и природные естественные стихии. Ну, первое, это стихия дерева, это сосновый бор, то место, где мы с вами находимся. Дерево является одной из пяти стихий природы. Ассоциация с деревом в медитативных практиках – зеленый цвет. Зеленый цвет связан с процессом развития органической жизни и является источником, необходимой для этого энергии. Он поддерживает процессы роста и развития как необходимую составную часть человеческой жизни. Зеленый цвет является незаменимым средством, укрепляющим нервную систему и оказывающим на нее гармонизирующее и стабилизирующее влияние. Ведь кого-то своей любовью, научитесь использовать зеленый цвет. Вы научитесь освобождаться от внутренних оков, вы станете более открытым и более спокойным. Зеленый цвет – это цвет природы, символ вечного обновления человека и мира, умирающих и рождающих вновь. Поэтому зеленый цвет является прекрасным средством для восстановления и регенерации организма. Если вам захочется слиться с этим успокаивающим цветом, поэтому не теряйте времени и полностью погрузитесь в этот зеленый водоем. Глубоко вдохните и почувствуйте, как энергия зеленого цвета пронзает вас в середине груди, чуть ниже сердца. Отсюда зеленый туман распространяется по всему вашему телу, наполняясь спокойствием и миром. И представьте, что вы выходите на сказочную поляну. Вы окружены зеленью, и она наполняет вас ощущением спокойствия. Вы выходите на поляну и ложитесь на мягкий травяной ковер. Впитайте в себя зеленый цвет глазами. Позвольте ему войти в вас вместе с дыханием. Поставьте раскрытые ладони навстречу этим зеленым волнам. Пусть зеленый цвет проникнет в вас, и его гармонизирующее сияние оказывает живительное действие на все органы. Все раны очищаются и заживают. Все негативные мысли и чувства покидают вас. Спадает напряжение. Уходят все заботы. Внутри вас растет чувство тихой радости и истинного доверия, придающего вашим ощущениям разумную заземленность. Вторая стихия – это стихия огня. Говорят, бесконечно долго можно смотреть на огонь и воду. После трудового дня при навязчивых мыслях, при отрицательных эмоциях рекомендуется медитация на пламени огня, дабы очиститься от негатива, накопившегося в душе, сердце, мыслях. Смотрите на пламя, понаблюдайте за ним, полюбуйтесь. Попросите огонь очистить вас от переживаний, обид. Огонь сжигает избыточную негативную энергию, именно поэтому у костра так легко. Созерцание пламени оказывает благоприятное гармонизирующее воздействие. Считается, что пламя – проявление божественного. А ведь и правда, огонь всегда видит, что в тонком мире нужно уничтожить.
Соответствующим образом, та земля – это основа основ, так как без земли не было бы никаких стихий. Вода. Источник ручей. Стихия металла, железа. И борьба за жизнь и выживание человека на природе, среди стихии. Научившись добывать огонь, человек научился готовить себе пищу. Также из камня, сделав орудие труда, топор, ножи, человек стал добывать себе пищу. Ну и используя природные стихии, мы восстанавливаем свое здоровье, набираемся энергии и получаем хорошее настроение. А сейчас мы с вами перед основной нашей лекцией приготовим пищу. Пища, которая приготавливается на огне, как говорят, эта пища обладает энергией. Пища, которая готовится из воды, взятой с источника, ну и также в экологически чистом месте. Как эти знания мы сможем применить на практике? Первую схему, которую мы с вами рассмотрели, это схема порождения одной энергии, порождения другой. После того, как вы зарядились энергией у стихии огня, побудьте в этом состоянии, ощутите в себе ауру красного цвета и мысленно поблагодарите тот источник силы, который вам дал эту энергию. Сегодняшнее мы с вами занятие посвятим медитации.